Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и сегодня мы поиграем в FIFA 16 Ultimate Team. Как давно я этого не говорил, на самом деле, потому что серии по FIFA не было уж, наверное, не дам соврать, но почти полгода. И, друзья, ну, расскажу, что произошло за это время. На самом деле, я немножко подзабил на Ultimate Team, почему-то в последнее время дрочу, вот серьезно так вот, играю в сезоны, пока что третий дивизион, а вот как раз таки в Ultimate Team я перестал играть месяца, наверное, 2,5 назад, и вот тогда вот я скатился до 6-го дивизиона, но не знаю. Будем сегодня пробовать, друзья, с вами что-нибудь, о, у нас есть пак даже бесплатно, давайте откроем его, потому что что у нас, что он будет лежать как раз вот. Так что, да, друзья, пишите по поводу FIFA, что вы думаете, хотя бы иногда классные, да. Классные игроки нам выпали. Хотя бы иногда, если вы хотите видеть, ставьте лайк, потому что я видел много комментариев, где FIFA, где FIFA. Просто многим она не взлюбилась в свое время почему-то. И, в общем-то, ну, иногда я готов, например, записывать, если кому-то реально интересно. У нас есть... у меня много составов, на самом деле, за это время появилось. Вот, например, колбаски. Ну, она же Бундеслига. Лига полностью построенная под, так скажем, то, что мне нравится. В принципе, ну, можно пройтись по составу, но я думаю, что все игроки известны, и вам видно, что это за игроки. Также, из того, что вы не видели, по-моему, я так и ни разу не сыграл за свою самую сильную команду. Ну, собственно, тут у нас Реал вместе с Барселоной перемешаны. Информ-карточка Неймара, которая мне выпала, которую я не записал, к сожалению, это было уже давным-давно. Вот, и... Собственно, еще один есть состав, который я вообще построил не совсем недавно, по-нашему я его назвал, но это так чисто по приколу на самом деле, мне было нечего делать, это у нас, ну, короче говоря, российская премьер-лига вместе с испанской, в общем-то, ну да. Как-то так, да, не знаю. Ну, в общем, пойдет, ладно. А, ну, сегодня давайте сыграем за, друзья, Бундеслигу. Пускай. В принципе, что у нас там у всех нормально? Ну, давайте применим тренировку и уже начнем. Собственно, я, кстати, купил наконец-то, да, недавно купил. Помните, да, у меня проблема была с джойстиком, потому что у меня провод был этот. И вот я купил модный провод за 200 рублей. Теперь все вполне себе, и он у меня не выключается. Ну, не знаю, на самом деле, сейчас все на вашу оценку, посмотрим. Чисто пробный такой матч, потому что в Ultimate Team, как я уже говорил, я давно не играл. Как раз будет мне сравнение с третьим дивизионом в сезонах и шестой дивизион в Ultimate Team. По сути, я должен как бы сейчас на изи их обыграть, но кто знает, кто знает. Ну, по Бундеслиге там можно было пройтись, да, там Абумиянг, Ройс, Робен в нападении, Гюндоган, Тьяго и Видаль полузащитники. В защите, если я не ошибаюсь, Боутенг и Бернард у меня стоят на центральных защитниках. Слева Алаба, справа... кто? Пищик, по-моему. Ну и на воротах Зомер, по-моему, у меня. Так, ну что-то у нас, что-то соперник. Давай начнем, может, нет? Сразу. Что? Нет, с таким соперником, мне кажется, нет даже смысла начинать играть. Да, правильно я вам назвал состав. В принципе, из того, что здесь можно еще доделать, я бы купил, конечно, Нойра. Хотя Зомер, знаете... достойный, по крайней мере, в FIFA. Он очень, кстати говоря, советую его карточку, потому что играет он очень даже хорошо, сейвит то, что даже, мне кажется, Нойер бы не заставил. Не, на самом деле, Нойер, не сказать, что прям в FIFA супер, да, я думаю, что это многим известно, но как бы все равно я его хочу приобрести, конечно. Так, ну все, соперник, давай уже побыстрее, я уже хочу начать, отлично. Будем играть в форме Реала, пускай все очень простенько. Итак, друзья, что у нас за составчик? Мне кажется, ну, здесь не совсем. Здесь у нас серия перемешка с Бундеслигой. В принципе, у него Рибери есть, да? Ну, окей, давайте посмотрим. Итак, 100 лет, ребят, я в Ultimate Team не играл. 100 лет не было серии. Давайте сразу мы немножко в защиту уйдем, чтобы я хотя бы понял, что вообще будет происходить на поле. Нет, Абумиянг... Отлично. Нам поднажать нет, не получилось у нас сразу мяч перехватить. Окей, мяч за нами. Друзья, давайте попробуем что-нибудь придумать. Итак. Раскаточка. Пошла на Робена зря. Блять, Робен остановился, а я думал, что он побежит дальше и...
Фух, окей. Опа, ошибка-то, а? Не, банальненько, банальненько. Парень играет, можно пробить. Нет, но это было сходу, просто для красоты попробовать. Я бы меня куда-то зарядил в небеса, но попытка не пытка. Хороший, красивый гол никто не отменял. Окей. Давайте смотреть, что он. Нет, ну как бы пока я не вижу ничего супер такого от соперника. Блять, слишком за это. Что-то я передержал мяч. Блять, не прошел на Гюндогана, окей. Надо тормозить сразу. В принципе, можно и защиту уйти в обычный, потому что... А, он еще и офсайд словил. Потому что соперник, как бы, я думаю, будет, может, давить по-жесткому. Но я ничего сверхъестественного не вижу. На Ройса передача. Так, что можно при... Осторожно. Осторожно. Ага, отлично, обошли. Отлично, рывок, 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 рывок. Стоп. Радуга. Блять! Ну, друзья, да, за это время я подучил финтов немало, как вы видите. Кстати, напишите в сравнении, намного ли лучше я буду играть или нет. Потому что я, как бы, на самом деле, очень-очень-очень старался уже, наконец-то, по-серьезному подойти к этому делу. И... Ну, что это такое? Ну, что это такое, блядь? Сервера, блядь. Ну, хорош, отлагайте, пожалуйста. Бля, соперник, ну почему ты попался мне именно сейчас? Что это вообще? Отлагайте. Пожалуйста. Тра-та-там, да. Ну, как вы поняли, это не у меня. Это что-то у соперника случилось резко. И, ну давайте, что же, 2-1 будет, 2 матча сыграем. Итак, ищем соперника. Так, а теперь у нас АПЛ-очка. Кстати говоря, не особо прям топовая. Информ-карточка Эриксона в нападении Жиру вместе с Бентеке. И, в принципе, я, ну, там Оскар увидел, защиту не посмотрел, кстати. Окей, у него... Ну, посмотрим, давайте, не будем ничего загадывать. Итак, попробуем немножко ускорить темп, чтобы... забить уже какой-нибудь... Ой-о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 й
Бляха-муха, ну что такое? Крутится. Не, слушайте, вот это уже поинтереснее пошло. Но все равно, пока что... Пока, правда, ничего не чувствуется. Давайте туда и... О, головой на Абумиянга. Абумиянг рывок просто делай и все, и убегай нахуй оттуда. Оп. 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 Оп, соло, блядь, почти получилось. Отлично, спасибо за такой шикарный... Оп. Робен с подкруточкой. И... Ух, рикошет, блядь! А, вот это начало. О, спасибо, это гол. Блядь, да ты что, нахуй? Да вы чё, блядь, там издеваетесь все, что ли? Пиздец, Тиаго не дотянулся головой, чтобы забить. Оп. Оп. Оп-оп, не получилось, хорошо, тихо, стоп, 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 ну как так, блядь, я мяч-то потерял на ровном месте, окей. Окей, бляха-муха, не-не-не, не получилось, ладно, Оскар, давай попро... Изи-пизи, отлично, не прошло. Так, сюда, туда. Ну что, какие-то такие передачи, не очень. Оп, 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 оп! Блять, ну что ты будешь делать, друзья? Ну, нам сегодня просто как-то это... Раскатываем, раскатываем, но не дораскатаем никак. Как бы так, знаете, вот обычно если так начинаешь, то хуёво-хуёво, то потом, как ни странно, весь матч так и получается. То штанги ебаные, то еще какая-нибудь хрень. Блять, это нехорошо, это нехорошо. Не, ну тут нормально, видали. Ну что это такое, блять, вы чё? Вы чё там... Пиздец, рикошет, блядь. Просто на ровном месте проебать такой... Ну, что это такое? Видаль. Долго дрочился, в итоге рикошет от Эриксона, и прилетел мяч. Робен. Оп. 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 Отлично. Отлично. Пищик. Давайте сразу ответку ему дадим. Ну, я на самом деле не понял. Хорошо, рикошет за рикошет, друзья, но ответку мы дали. Давайте посмотрим. Так, пас на Видали я хотел дать, но как-то мяч добрался до Абумиянга, и там просто пустые ворота, мы забиваем мяч. Окей. Так,
Тихо, тихонько. Оп. Бежим, бежим. Давайте. По полной программе тут на самом деле можно оторваться. Если сейчас чуть-чуть еще понять соперника, и все будет хорошо. Так. Все, давайте в стиле Баварии, может быть, поконтролим мяч немножко. Спасибо, спасибо. Это, я думаю, сопернику очень приятно было такой по жопе получить. Оп. Оп. Мяч у нас. Тихо. Видали, отсюда. Заебали штанги, серьезно. Ну как так-то? Лонгшотик такой чумовой проходил, но... Ну что это такое? Ну что это? Толчок в спину же был, ну. Вы серьезно? Не, Бентеки, давай-ка, дуй отсюда. Да ладно, ну-ка. А, еще я штрафные научился наконец-то забивать. По крайней мере, процентов 45 я забиваю. Это опасно, кстати. Вот если сегодня будет штрафной, попробуем забить. Просто помните, да, мою проблему, что я не мог нихуя забивать штрафные. На Ройса, отлично, Ройс выигрывает. Что? Робен в офсайде, ему и не надо, а вот сейчас можно дать. Вот сейчас можно дать, нет, достает игрок. Кто там, Швайнштайгер, по-моему, был, да? Оп, блядь, не угадал, ладно. Ну давайте посмотрим, Эриксон тащит мяч на Жиру. Жиру, Бентеки видит, но будет ли подавать или сам проходить. Мы сейчас подстрахуем все равно. Интересный пас, кстати говоря, я немножко не так его видел. Так, на Робена. Робен долго обрабатывает мяч, поэтому придется отдать пас. И снова на Робена. Робен уходит. Блять, Рода... Хару... Блин, ну если бы еще это было немножко поточнее. Давайте снова на Робена. Итак, Робен, попытка номер... Не проходим опять. Хочу Робенчиком пройти и забить что-нибудь красивое. Но пока... Так, давай-ка отсюда. Не-не-не-не, сто... Ну, отлично. Понятно, все. Фух, ну, да, шестой дивизион, друзья, легче, чем в сезонах. Третий, это как бы понятно, но что-то как-то у нас не ладится все равно еще до конца игра. Поэтому, так, Видаль вовремя подбежал сюда. Робен, отлично. О-о-о-о. Ну... Когда уже получится... Так, все, до свидания. До свидания. Ну, куда вы убегаете от мяча? Давайте пасик. Так, сюда. Робен, давай. Да ты... Ну что с твоей радугой не так? Блять, когда он это сделает нормально уже? Стоять. Тут на месте. На... Опять? Блядь, ну что вы будете делать со своими... А, это нет. Фух. Я думал, мне сейчас будут пробивать. Так, окей. Все, давайте. Погнали. По полной программе сейчас. Оп. Раскаточка пошла, друзья. Раскаточка пошла. Оп. Оп. Да. Как он зацепился-то за мяч? Мой мяч. Мой мяч. Отдай мой мяч. Отдай. Спасибо. Ну, вы ж... ну, Ройс, ты зачем стоял на месте? Нельзя было как-то его встретить? Пас этот. Да, подождите, у нас соперник... А, да. Хотел спросить, бил ли он поворотом. Наверное, бил, раз у нас счет такой, да? Оп. Ну, это очень близко. Это очень близко. Я... Ой. Ладно, давайте попробуем. Я хочу по красоте сыграть, но что-то как-то у нас... Как-то у нас не получается, поэтому, может быть, пора просто уже классические банки ему повесить и все. Оп. И у нас Алаба сейчас. Можно... Давайте последнее соло от Алабы. Отлично. 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 Что творит? Слабенько! Алаба, удар! У него сколько удар? Под 70, наверное, да? Он же хуярит, ты будь здоров. Так, Робен. Оп. Оп. Пиздец. Ну, это, знаете ли, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете. Нам, блядь, мало того, что Робен удержался еле-еле на ногах, потом он грохнулся. И уж не по своей воле точно. Так, пока вроде мы доминируем, но забивать надо, друзья. Надо забивать, потому что что-то само собой доминация, но забивать надо. Так, окей, мяч от нас уходит. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, иди сюда. Мячик, мячик отдайте, пожалуйста. Мячик отдай. Не-не, не получится никаких проходов. Давай ты это. Угу. Так, сюда, сюда, сюда. Стоять нахуй, блядь. Полиция Майами.
Так, опять? Алаба. Да не, ладно, не будем. Хватит уже. Ну что такое, Тьяго? Отлично, спасибо за этот пасикс шикарный. Сюда отдадим. Не, перехватывает здраво, пацан. На самом деле. О, можно с подкруточкой. Я заебался! Сколько штанг сегодня было, ребят? Напишите в комментариях, пожалуйста, сколько, блядь, сегодня было штанг. Что это? Когда мы перестанем целовать уже эти штанги? Я серьезно в шоке. Да. Угу. Еще от нас мяч уходит. Классно. Не, ну, надо что-то делать. Вообще не нравится мне эта поебень. То, что мы так как бы всасываем. О, отлично, кстати. Так, надо подумать. Отлично, супер, 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 тихо. Отлично, Видаль! Дье на воротах, летело хорошо. Так, окей. Робен что, не умеет делать? Почему? Так, окей, а если... Хорошо, хорошо, из-под крут... Точкой... Мяч застревает, и, собственно, вот теперь надо наказывать уже, наконец-таки. Оу, как раз... Блядь, туда-сюда, нахуй, и нихуя. Серьезно, я не могу, друзья, по-другому. Ладно, попробуем бан... Да, шикарно. Ноги заплели нам просто на отличненько. Не, не надо выходов один на один, серьезно, он не пойдет. Он что-то как-то, походу, немножко сыкует, поэтому... Попробуем. Ну тут, блядь, ну я думал, Алаба зацепится за этот мяч. Ну хорошо, хотя бы Боатенг зацепился. Так. Окей. Не очень пас. И я не понял даже, от кого сейчас мяч улетел. Тут Дегия готов ловить этот мяч. И, собственно, он это и делает. Друзья, надо забивать уже что-то. Серьезно. Потому что то, что происходит на поле, это ни в какие рамки. На Робена не долетит. Не долетит, блядь. А, все, давайте, короче... В жопу эти всякие красивые голы. Давайте уже забьем, чтобы хотя бы выиграть этот матч, потому что я не собираюсь его проигрывать. Мне кажется, мы заслуженно его можем просто сейчас выиграть. И, собственно, мы сейчас этим... Почему меня опять... На нахуй. Проблемы с радугой у нас, я уже понял. Проблемы. 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 Так... Подписчик на Робена, он, в принципе, свободен. Нет, уже нахуй не свободен он. Уже не свободен. Друзья, а вот там нарушение правил, нет? Нет. Супер. Оп. 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 Не получилось. Блин, окошко было, чтобы дать пас такой шикарный, на самом деле. Так, а тут подкат читаемый. Вообще, не подкат читаемый, а его действие. Спасибо за толчок. Спасибо за то, что мяч вернули. Так, оп. 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 Оп, хорошо. Хорошо. Не в ту сторону, блядь, это пиздец полный. Это провал века, нахуй. Друзья, если мы проиграем этот матч, я просто... Я в шоке буду. Можно мне, пожалуйста, отскок какой-нибудь? Потому что то, что... Что Робен сделал сейчас? Может быть, заменки какие-нибудь попробовать? Так, я нихуя не вижу из таблички, но можно пробить. Опять в девятку хуярило. Просто Дехея заебал. Серьезно. Так, короче, кого можно выпустить? Абумьянга, на самом деле, я... Мы сейчас Качунгу поставим. На самом деле, хороший игрок. Не сказать, что прям вах, но я за него, ребят, играю. Он, у него, конечно, там проблемы, может быть, с финтами немножко. Хитарян. Да не, Робен пока нормально себя показывает. Я бы... Может, этого выпустить вместо... Вместо Тьяго, потому что Тьяго мне не особо сегодня понравился. И можно Родригеса куда-нибудь даже, знаете ли, можно Родригеса поставить даже, потому что у него удары, блядь, пиздец на самом деле. Ладно, давайте так попробуем. Быть может, что-то из этого получится. Так, Алаба. Ну, попробуем. Отлично, Робен получил мяч и проходит... Ну, сам упал, да? Да, наверное, сам. Наверное, грустно стало ему, и он ёбнулся, серьезно. Ну, что за бред? Нарушение очевидное было, по-моему. Так. Робен дойдет. Хорошо, как, а? А вот и Качунга. Блядь, нет. Не, Качунга.
Качунга что-то не особо показывает. Мне кажется, Качунга забьет, кстати. Но он должен забить. Если не он, то кто, блядь, уже? Я уже не знаю. Может быть... Ох ты, там у нас как... Ну, не на... вообще на Ройс хотел это. Эрман. Пиздец какой-то полный. Оп! Все, он сейвит, он все берет в руки, это пиздец. ДГЕ, ну что у нас такое? Я думал, у нас сегодня будет просто миско на самом деле. Эрман. Отлично. Хорош. Блять, стой! Блять, Эрман, ну чуть-чуть. Блять, это пиздец, я уже начинаю нахуй нервничать! Сука, 85-я минута. И мы нихуя не забили еще. Ну, в смысле, забили, но... Победная, это где? Если бы сейчас залетело... Если бы сейчас залетело, я бы ушел отсюда, друзья. Просто вышел бы. Ребят, мы в атаку уходим. Супер атаку уходим. Потому что это пиздец полный. В обороне он, в принципе, не доходит. Он два раза доходил до нашей штрафной. Поэтому, в принципе, чего-то тут бояться... Ух... Что произошло сейчас? Да как ты, блядь, что за отскоки ебучие? Это такой бред на самом деле. Такая бредятина. Не-не-не, нахуй иди. Все, ушел отсюда. Боатенг. Не, ну, Боатенгом тащи. Ай, блядь, это последний шанс, друзья. 1-1 я не собираюсь. Это просто, ну, мне кажется, незаслуженно. В таком матче. Оп, нихуя. Так. Туда. Последняя атака, друзья. Офсайд. И все равно ДГ забил. Спас. Все равно ДГ отразил этот удар. Я ебал. Все. Это конец. Мы даже не успеем. Мы даже теряем мяч. Это пиздец полный. Все. Тут полный бред. Полный бред. И... друзья, ну что ж. Спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение. Записывать что или нет. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал впервые. Кстати, да, штанг было дохренище и больше. Все, друзья, до новых встреч. Всем удачи и всем пока.